Тверской императорский дворец вошел в семерку самых посещаемых туристами дворцов во время их путешествий по России. Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья Twill.ru на основе опроса пользователей социальных сетей. Главная культурная жемчужина Верхневолжья является образцом парадной архитектуры 18-19 веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, дворцовый сад, оранжерея. Стоит отметить, что помимо Тверского в рейтинг вошли Воронцовский дворец в Крыму, Зимний дворец в Петербурге, дворец земледельцев в Казани, Коломенский в Москве, дворец Алфераки в Таганроге, дом-дворец Баташовых в Выксе в Нижегородской области.